В Ростове-на-Дону легковушку умудрилась опрокинуть водовоз. Ранен один человек. Кадры последствий этой аварии мы получили от нашего мобильного репортера. ДТП произошло на площади Карла Маркса. В результате удара легкового автомобиля грузовик с водой опрокинулся на бок. Пострадал и его водитель. Мужчину пришлось госпитализировать. Оба автомобиля получили сильные повреждения. Причины аварии пока неизвестны.